Всем здорова, с вами Найт, и сегодня мы поиграем в Genshin Impact и пооткрываем молитвы. Тут доступны сейчас две молитвы, так, сейчас курсор, наведусь, во. Доступен Тингри, Патруль Лесной Чащи, и доступен Джунли. Джунли у меня есть, и у меня также есть 101 молитва. Как 101 далматинец, только 101 молитва у меня есть. Я даже могу сейчас еще одну, по идее, молитву взять, но это уже будет потом. Сразу скажу то, что я не собираюсь все, что у меня есть, тратить, потому что мне кажется то, что где-то через год тогда следующий видеоролик выйдет по Геншину, потому что я примерно, я не помню последний видеоролик, когда был по Геншину, год назад или полгода назад, но по-моему, кажется, около года назад, вот около года назад был последний видеоролик по Геншину. Так что нажимаем сейчас на Тингри. Надеюсь, то, что это ушастое чудо выпадет мне как можно скорее. И немножечко пооткрываю молитв на деда. У меня также есть 17 молитв, почему-то мне казалось то, что 16 на вот эти вот обычные баннеры. И надеюсь, то, что отсюда мне выпадет хотя бы одно созвездие на Делюка. Потому что Делюк у меня более-менее прокачанный. И хотелось бы его еще более прокачать и еще более сильнее его сделать. Так что нажимаем молиться. И давай, давай. Бля, уже что-то нехорошее, да? Или нормальное? Так, лучше пропустить, так быстрее будет. Стоп, это кто? Ты что за покемон такой? Это что такое? Синобу. Способная надежно поможет со главаря банды Аратаки. Пожалуйста, обратите внимание. Я не знаю, кто это такая. Я даже могу сейчас показать, что у меня половина заданий не пройдена. Я на полгода где-то забивал на Геншин. Потом еще и 2 месяца с компом были проблемы. И вот сейчас, когда вышло Сумеру, я просто засел в Геншин, не вылезаю отсюда. И именно поэтому видеоролик по майну, который должен был выйти где-то вчера, он вышел только вот сегодня. Вот именно в этот день, когда вышел этот видеоролик по майну, вот в этот день я как раз записываю этот видос. Так, 135, но я не знаю, я, может быть, это сохраню, может быть, ну, хрен его знает. Я не надеюсь то, что мне прямо вот сейчас Тингри выпадет, но вроде как этот персонаж... Так, созвездие на эту, на колею выпало... Просто тут во время одного квеста дают вот персонажа. Не, Колея ее зовут, какая Колея. Стажер лесного дозора в лесу Авиде. За ее энергичной речью и действиями скрывается довольно закрытая личность. Хорошо, пусть будет. Так, спомолиться. Я надеюсь, то, что с Колеей у меня не будет точно так же, как и с Томом гореть. Потому что на Тома мне выпали абсолютно все молитвы. Ага. Я, видимо, решит, что хочет стать как Тома. Хорошо, хорошо. Так, помолиться еще 10 раз. Блин, осталось уже 70 молитв. Я надеюсь, то, что я не зарасходую их все. Потому что хотелось бы и следующие круточки заставить. Да, блядь. Ладно. Так, да, да, господи. Дайте я угадаю. Колея. Колея. Так, а Фишель что тут делает? А, не, отсюда, да, может Фишель выпасть. Я бы удивился, если бы мне Диона выпало, потому что на Диона у меня вроде бы тоже все молитвы есть. Так, ну давай, давай, давай. Да, блин. Я что, с прошлого видоса вообще ничего не открывал? Потому что... Дион, какого хрена? Вот почему, вот зачем? Объясни мне, что ты тут делаешь, а? Я не понимаю, что это за невезение, как было с этим, с Томой. Ну вот опять. Колея, Диона, либо Фишель, что ты за твора... Я понял тебя, игра. Я понял. Тингри мне, по-моему, сегодня хрен с пальцем, а не видать. Или видать. Блять, я подумал, то, что мне книга на 5 звезд выпала, я бы охуел. Здрасте, блять, приехали, а ты что тут делаешь? Не, я, конечно, говорил то, что я хочу выбить Делюка из...
Вот, блять, как я в одном из видеороликов говорил, то что из этого пака я бы хотел выбить моны, и моны мне хуяк падает здесь. Я хотел бы выбить делюка здесь, созвездие на него, и мне падает хуяк он здесь. Зачем вы мне тут? Я должен был вот этого получить, засранца ушастого. Ладно. Ладушки. Угу. Угу, хорошо, мне пове... А, не, на 4 звезды вот тут оружие. Копье. Ох, блин, последняя десятка. Как говорится, хрен тебе с маслом, а не тингри, да? Весело. Ну, конечно, конечно. Вот нахрена мне тингри, когда я кручу баннер тингри? Мне же нужен делюк в этом баннере. Какого хрена? Это однозначно какое-то херня. А, нифига себе, сколько у меня тут так. А, у меня вот сейчас есть тут идея. А, выбить какое-то созвездие на вот эти вот персонажи, либо... А, у меня есть одна хорошая идея. Херась. И делаем следующее. А, только 5 можем. А, ладно, тогда вот сюда еще 5. Ну и пока оставим на потом. Так, это купить. И все. И давай, десяточку. Вот давай, тингри. Тингри, сука. Только не колея. Только не колея. Ну, созвездие на фишле. Окей. Ах, блин. Мне кажется, что тингри сказал, пососи мои уши. Пососи мои уши, а потом проси, чтобы я тебе выпал. Ни хрена дельного не будет. Ну да, я этот инфьюзный лук. Молодец, Диона. Молодец. Круто. Я, по-моему, назову этот видеоролик «Как просрать все 100 молитв». И даже больше. Зашибись. Возможно, в этом заключается часть моей вины, то, что я... почти нисколечки не крутил. Ладно. Хрен его знает, может быть, тут мне что-то дельно выпадет. Ну, давай. Что-то легендарное. Бэйдоу. Прикольно. А, на 4 звезды там еще что-то выпало. Давай еще 10 раз помолимся. Если всирать, так всирать все. Так, пропустить. А, Беннет? А я не понял, у меня Беннет был или... Не, по-моему, не было. Ладно. А, так, и еще 2 разика сейчас помолимся. Я же миллионер, у меня эти молитвы просто на глазах растут, да? Совершенно верно. Ни хера мне не выпало. Так, еще что-то я взять могу... По молитвам. Я могу вот эти 3 молитвы взять. Все, по идее. Фух, твою-то мать. И теперь... Тингри. Вот у тебя 2 или 3 последние попытки. Я не помню сколько. Я, по-моему, 3 молитвы брал. Вот, 1 просралась. 2. Вот у тебя 2 попытки, чтобы мне выпасть. Вот давай красиво, вот давай красиво, на последней попытке. На последней попытке, когда ничего не осталось, и да, тингри мне опять сказал, пососи мои уши. Ну, сука ты, а не тингри. Хотя, я сейчас посмотрю, что же мне выпало. Я впервые, по-моему, за все свои видосы решил вот на волноходе пооткрывать молитвы. Вот как раз насчет так... насчет... Блять, что с моим языком? На фоне такого, точнее не с языком, а с моим мозгом, который неправильно слова формулирует, на фоне вот такого вот красивого заката, на фоне города Сумеру, решил пооткрывать молитву, думаю, тингри мне выпадет, а хер мне с маслом, а не тингри. Так, мне выпали созвездия на колее, мне выпало Синобу, Беннет. И... Так, что на тебя надо? А, ну, в принципе, все есть. В
принципе, я могу сейчас прокачать на максимум. Так, сейчас сделаем немного по-другому. Херась. И так, подтвердить. Чтобы как можно больше молитв было. Чтобы я как можно больше молитв все не просрал. Так, та-та-та. Так, возвысить. И сейчас должно быть... Должна быть это... Молитва, да? Да. Молитва обычная. Так, теперь тебя. Так, шпатэй. Так, сэкономим чуть-чуть. Так, затем вот это, это. Да, возвышаем. И еще две молитвы здесь. Так. Еще одну молитву получаем. И, в принципе, можем сейчас... Да, блин, не то нажал. Можем сейчас еще... Так, где? Еще два раза обычно открыть. Да, и, в принципе, я думаю, то, что все. Не, ну, в принципе, что я хотел, одну вещь я хотя бы получил. Я хотел созвездие Дюлюка. Я его получил. Но, правда, не там, где надо. Вот давай, хотя бы отсюда что-нибудь напас... Сука. Ясно. Понятно. Видимо, игра мне приказала делать Сасай Кудасай, да? Ясно, я все понял. Возможно, за это обновление будет еще один видеоролик, а возможно, нет, хрен его знает, но... Я уже точно знаю, как назову этот видеоролик. А как он назовется, вы уже узнаете, когда будете переходить на этот видеоролик, потому что там будет уже название. Так что, я думаю, то, что на этом все. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео... А, кстати, я же хотел еще посмотреть, что на Дюлюка мне за молитва выпала. Так, созвездие. Так, увеличивает урон Дюлюка против врагов ХП уже 50%. Ну, блин, прикольно. Прикольненько. Когда-нибудь я соберу все молитвы на Дюлюка, но это будет уже, скорее всего, в другой вселенной. А пока что... А пока что Дюлюк у меня почти не прокачанный совсем, так что... Будем на этом заканчивать. Но зато я выполнил одно но. Выполните 50 молитв. Так, уровень БП. Стоп, а может мне сейчас молитву какую-то дадут? Ага, ага. Сасай, кудасай. А не молитва. Ладно, я тогда буду на этом заканчивать. С вами был Найт. Если вам понравилось данное видео, как я просирал все 100 молитв, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, делитесь этим видео с друзьями. И всем до скорой встречи, всем удачи, всем пока!